Всем привет, продолжаем с вами развиваться в игре Survive on Raft. Сейчас развитие будет зависеть только лишь от построек на плоту, потому что у меня 25 уровень. Кстати, сейчас поспела тыква. Давайте ее собирать, не хватает места, как всегда. Что можно слить в трофеи? Один аккумулятор, кстати, сразу будем ставить. У нас аж 5 маршрутных листов. Огнетушитель еще ни разу не пригодился. Мясо не помешает. Играем, конечно же, от третьего лица, частенько. Так даже интересней. Можно всегда сделать супер приюшки. Кстати, эту грядку зря полил, там ничего не растет. Ну-ка. Собираем все, что можно. Смотрите, тыкву собрал. Смысл грядки сейчас поливать, если там ничего не растет. Я зря бегал, все поливал. Так, аккумулятор. Пробуем его поставить в сканер островов. Его с радостью принимаю. Сразу же ищем новые острова. Игра может неожиданно обновиться, поэтому появятся новые острова. И мы на них сразу же будем ездить. Акулу заодно привлекаем. Так, могу, кстати, не доплыть. Откуда она приплывет? Натягиваем тетиву. Сразу попал. Привлекаем. Плыви ко мне быстрей. Сейчас загнется. Не замечает, смотрите, как далеко. Все, потеряли, похоже, мы акулу. Все, слегла, понятно. Очень далеко. За ней не поплыву. Я ни пить, ни есть не хочу. Ну-ка, что здесь можно? Морковь собрали последнюю. Но грядка уже полита. Можно ли стаканчиком поливать? Нельзя. А вот пальмы постоянно нужно будет поливать. Раз полили. Два полили. Есть лифт. И пока что ничего нового строить не можем. Все теперь зависит только от торговца. Либо от поездок на острова. Прибыль на второй этаж. Вон она, акула. Очень далеко. Кстати, скоро сломается копье. Давайте новое создадим. А то потом будет поздно. Типа гвоздей нет. Но они всегда есть. Копье. Старое копье оставляем. Но новое кладите всегда рядом. Есть у нас тыква. Можем создать факел из тыквы. Создаем клеи. Давайте с запасом небольшим. Факел из тыквы. Как мне поймать зомби-акулу? Факел из тыквы. Ах ты, он встает. Ох ты. В зону отдыха тогда. Так плавно поднимается, смотрите. Он во время стройки не хочет подниматься. Давайте рядом с камином. Тебя бы развернуть, но уже поздно. Нужно ждать ночи. Смотрим, что еще можно построить. Суппорт или балкона. Уже строили раньше. Телевизор. Нужно 5 электродеталей. Если мы будем чаще ездить на острова и совершать сделки с торговцем, добудем 5 электродеталей. Все, поехали сейчас на острова. Какой предложат? Большой остров. Сразу побежим за сундуками. И резко обратно. Ух ты. Остров, на котором еще ни разу не были. Кабан, смотрите, бежит. Всех животных сделать зелеными. Кабан сейчас сникнет. Олень. Зеленый. Дальний. Свалился олень уже. Недолет. Кабан свалился. Все, зеленый. Один от нас смотался. Достаем топорик. Кстати, топорик уже заканчивается. Собрали. С оленя собираем. Взаимодействуем с рогами. Что здесь растет? Вот стрелы, которые не долетели. Но я же больше запустил стрел. Почему только одна торчит? Может, последняя? Кстати, этот олень недалеко убежал. Олени очень быстро слегают. Кабан. Кстати, у нас и лука теперь нет. Давайте два создадим. Сразу прямо. Ах ты гад.
Все, зарубили. Заруби себе на носу. На нас нападать нельзя. Еще олень. Это какая-то гидроэлектростанция, что ли? Олень, смотрите, стоит где. На. Попал в ногу. Есть ли здесь сундуки? Этого я не знаю. Впервые на данном острове. Почему нужно взаимодействовать с головой? Затопленный ангар. Сейчас поищем сундуки. И запоминаем, если этот остров будет бесполезным, то отсюда будем сразу уплывать. Мгновенно. Так, так, так. Где бы мне приземлиться? Там даже самолет лежит. Так, от третьего лица же можно. Натягиваем. Зеленый. Резко забрали у него здоровье. Ничего. Ничего. Все. Отсюда убегаем тогда. Зеленый. Как яблоко. Ничего себе, этот ругается. Обобрали, как бобра. Этот замок нельзя открыть без ключей. Что тут есть? Ключик вот синий. Какой-то интерактив добавился. Может быть, это реально новый остров? Ключик нашли, ура. Ключ от двери, но от какой? Мы сами не знаем. Примус газовый. US Army. Нам намекают, что это часть военной базы Америки. Все, убегаем тогда к вагончику. Ничего себе, плаваю. Открыли. Целый квест, смотрите, с ключами. Ключ от дверей. Но сейчас от какой? Нет, только не плавать. Это очень медленно. Ищем возвышенности. Наш каяк недалеко. Все, записку нашли впервые. Читаем. Возле водонапорной башни стоит запертая сторожка. Я уверен, что там что-то есть. Ура. Мы ключ нашли. Побежали к сторожке. К старушке. Запертая сторожка. Возле водонапорной вышки. Олень. Да, конечно. Вы же видели. В него как в дерево врезалась стрела. Все, позеленел. Вот. Но ключ ведь не отсюда. Ну-ка. Ключик у нас есть. Ключик забрали, все. Оказывается, этот ключ был от сундука. Да, реально, ключ исчез. Такой средненький, конечно, остров. Нужно еще два ключа найти. Олень, ну-ка иди ко мне. Зарубили. Здесь очень большая глубина. Вот и все. This is it. Кстати, там еще дверь есть. Может быть, одна из двух? Еще там дверь есть. Но у нас уже больше ключа нет. Та дверь вряд ли откроется, потому что мы ключик уже использовали. Уплываем на каяке. Создание игрока. Нас кто-то создал. Кокосы, анимация, так. А, ты уже здесь? Ну иди ко мне. Я очень крутой. Йоу. Так, ну что, я вижу тебя. Плывет под плотом. Вижу, 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 давай, выплывай. На. Все, позеленело сразу же. Ладно, здесь остаемся. Я меткий, я меткий. Подсадила меня немножечко. Иди ко мне. Сникла. К ней резко плывем. Это максимальная скорость моя. Главное, хоть в океане нет второй акулы. Пиратский флаг. Мы все-таки пираты получаемся. Все сливаем, что накопили. Голова олень, это в ресурсы.
Потом торговцу все это выдадим. Компас в сторону. Зачем, кстати, компас нужен? Давайте его возьмем. Он же что-то явно дает. Аккумулятор есть. Дополнительный. Торговец скоро приплывает. Есть. Сейчас развитие должно идти только лишь через торговца или через острова. Нового иначе нам не построить. Торговец. Он же Славик. Я даже почти что не фармлю. Мне на все хватает. Ждем Славика. Вижу. Мажем, видите? С вида третьего лица наш персонаж машет не анимированно, а просто стоит. Запрыгиваем прямо на ходу. Ничего себе. Что с нами случилось? Он продает теперь балаклаву, похоже, за 5000 ракушек. Мельница, забираем. Шторы забираем, конечно. Патроны для сигнального пистолета не берем. Кресло забираем. Забор есть. Столько нового. Так, это зонтик, прям очевидно. Водоросли, кокос, картошка. Давайте 50 водорослей. И все мясо, к примеру, с островов. Это уже сбываем. Да еще водоросли. Их можем наловить. Смотрим, за что больше возьмешь. 37. 148, ладно, отдаем. 50. За 50, нет. Так дешево точно уж не отдам. Все, сбыли. Ну-ка, кокос. По одному берет, ничего себе хитрец. Ядовитые стрелы, по одной. Компас. За единицу. Гвозди. Один к одному. Стакан с водой. Картошка, ничего себе, как дешево. Он ничего не ценит. Металл. Один к трем, ничего себе. Молодец. Тряпки тоже очень дорого ценит. Патроны не нужны. Балаклава не нужна, потому что я хочу себя создать именно вот таким, сине-красным. Все отпускаем, чтобы быстрее к нам вернулся. Уже что-то можем новенькое создавать. Кресло. Создаем в зоне комфорта. Прям здесь, да? И будем смотреть на камин. Очень хорошо. Кстати, можно даже сесть. Сидим и греемся у камина. Шторы. Куда же их повесить? Нужно 6 веревок. А, у нас водорослей нет. Так, давайте поспим. Очень темно становится. Давайте лучше со своей стороны. Мы как будто бы здесь живем. Шторы-то двинули. Видите, есть зомби-акула, есть новогодняя акула. Плюшевая акула. Забор даже можем сделать. Опять-таки нужны веревки. Потолочный вентилятор. Мельница обязательно создадим. Здесь же, как и в предыдущий раз было. Сейчас можем создать только лишь забор, если накопим много водорослей. Но у нас забор точно не будет вместо перил. Здесь нельзя. Это чтобы мы не выпали за пределы. Ну-ка, здесь нельзя. Якорь. Даже не знаю, куда забор поставить. Чтоб кокосы не выпали за пределы плота. Неплохая функция. Для чего нам нужен компас? Давайте смотреть. Похоже, он что-то может дать нам на острове. Отправляемся. Средний остров берем. Компас достали. Это чтобы каяк найти. Смотрите, и чтобы груз найти. Так это класс. Супер. Кстати, я на этом острове даже еще ни разу не был. Ну-ка еще раз. Бежим четко к грузу. Лучше наверх, тестово. А если мы с вами этот груз возьмем, будет ли отображаться другой? Зеленый, ну-ка. И ничего мне не сделает. Зеленый. Два зеленых. Олень уже слег. Йоу, где ты там? Он бежит в стену, похоже.
все, видимо, тоже слег. Зеленый кабан. Ладно, он у каяка. Потом подберем. Сейчас главное это использовать компас. Палатка, это как будто перевал Дятлова. Ладно, пока к нему сходим. Палатка, рюкзак чей-то. Substance Travel. Какие-то путешествия. Вагончик. Вот именно на этом острове компас пригодится, потому что я не знаю, где находится сундук. И может быть его бы не нашел. Дверь. А, сундук прям уезжает. Он уезжает, вот он здесь, прям за дверью. Этот замок нельзя открыть без ключа. Тогда средняя подсказка. Ах ты, он здесь находится. Сейчас он там же, где каяк, как будто бы. Он прям под нами, вот. Смотрите. Шагнули, и он уже где-то сзади. То есть он прям за этой дверью. Вот он точно. Все сработало. Хорошо, значит, давайте искать ключ. Этого нам компас не подскажет. Будем запоминать для дальнейших путешествий. Нам также пригодятся еще какие-нибудь сообщения от местных жителей, кто в спешке покинул эти дома. Просто покрышки одеты на бревно. Это не подсказка. Здесь ключа не оказалось. Так, нашли что-то интересненькое. Пустые бочки. Ключа нигде не висит. Записка, ура. Не думал, что эта чертова болезнь может так сильно менять людей. На этом острове уже и разговаривать никто толком не умеет. Главное не заразиться от них. Не знаю, есть ли у них в бараке что-то ценное, но поискать стоит. Правда, дверь там крепкая. Еще записка. Наткнулся. Вместе с оленем смотрим. Ты что такой наглый, на? Ключик нашли, прикол. Ключ от двери. Наткнулся на одного из этих безумцев. Сказать он ничего не смог, только твердил про какие-то цифры. 0609. 06. И так по кругу. На этом острове я сам скоро сойду с ума. 060906. Так, интересно. 060906. Побежали. Еще олень. Он реально олень, что не убегает от меня. Поплатился жизнью. Все, оленей я завалил всех. 060906. Получается, мы сейчас только дверь откроем. Давайте ключ даже положим в меню. Бам, да, открылись. 060906. Да, записки полезно читать. Опять сигнальный пистолет. Очень хорошая находка, все. Сейчас что покажет? А, компас также и показывает нам на сундук. Все, видите? Сундук бегает. Побежали теперь до каяка, больше здесь ничего не найдем. Глючащий кабан. Два удара. Еще сараечка, здесь ничего нет. Так, компас достаем. Каяк слева. Теперь без компаса никуда. Очень полезная вещь. Что у нас есть? Опять головы оленя. Кстати, можно их реже сливать, потому что так иначе придется каждый раз бегать и отдавать торговцу все. Что компас сейчас покажет? Ничего полезного не показывает. Капуста.
выросло. Все, снова на остров. Ведь на острове бывает больше, чем один сундук. Неужто на компасе тоже будут отмечены два? Точно два. 5 с плюсом. Но мы этот остров отлично знаем. Здесь у нас используется код 15-46-15. Сколько можно бить-то? Два раза уже ударил по нему. Берем компас все равно. Это новый остров? Нет. Мы здесь не были. То есть это такой остров, где нужно будет реально что-то строить. Тут висит парашютист. Я его помню из предыдущих прохождений игры. Тебя почему-то обобрать нельзя. Смотрите-ка. Я с компасом как будто бы нашел парашютиста. А если убрать? Ну тоже неплохие кадры. Используем компас. Кстати, мы с вами можем и не открыть сундук. И наверх. Ёлочка. Собрали мы тебя. 13 тряпок. 5 осталось. Жареное мясо в стопку. И опять огнетушитель. Что в записке? Мы видели, как на той стороне упал вертолет. Но после обрушения дороги, город оказался разделенным на две части. Поэтому добраться до места падения нелегко. И нужно будет построить мост. Хватит ли у меня ресурсов? Мы же, кстати, тряпки как раз таки подбирали. Да. Все, построили. Вот здесь понятен смысл. Так, достаем компас. Один сундук нашли, второй недалеко. Ах, йоу. У нас два лука пропало. Верёвок ноль. Это еще повезло, что водоросли были с собой. Без курсора стреляю. Здесь мы с вами найдем вертолет. Так, его охраняет кабан. Без прицела. Попал. Иди ко мне. Копье тоже закончилось. Ах ты, пароль нужен. А мы его не знаем, нужно внимательно читать было. Где пароль-то найду? Дина, Робет. Это кафешка. Разрушенная очень давно. Компас, конечно, не покажет никаких кодовых бумажек. В этом сундуке могут находиться электродетали, поэтому любой сундук полезен. Вот записка, где находится. 44-81-36. 44-96, в общем. Там дальше в квадрате все идет. Ну-ка, компас. Он нас ведет четко к сундуку. Отлично все работает. А может защищаться? Сорок четыре, потом 9 в квадрате, 81, потом 6 в квадрате, 36. Открыть новый рецепт. Так, у нас все уже переполнилось. Металл. Влез, тряпки. Тоже влезли, две батарейки, все как раз. И теперь сматываемся отсюда. Бежим до каяка. Дождь пошел. Вот для чего нам нужны будут суппорты для балкона. Мы здесь прямо поставим балкон. Давайте строиться. По чертежам. Веревки. Ну-ка, у нас есть где-нибудь трава? Немножко. Водоросли были.
Один только суппорт можем поставить. Все, один есть. Неплохо. Ищем водоросли. Успел. Все, сейчас водосборники наберутся. Отлично. Кстати, лука нет. Его тоже нужно создавать обязательно. А, веревок нет, понятно. Лук точно нужен. Теперь будем создавать потолок, чтобы у нас ничего не тухло. Чтобы рыба не тухла. Можно так сказать. Ну-ка, дальше. Вот еще бы дальше хватило. Чего не хватает? Еще одна веревка нужна. Потолок, смотрите-ка. Все, скорее всего, жаровня теперь не потухнет. Проверяем. Потухло только из-за того, что досок не было. Давайте два путевых листа. И прям понесемся. У нас есть компас. Мы ко всему готовы. Два средних острова осталось. Если остров не знаем, то будем ориентироваться по компасу. Кстати, вот здесь интересно. Два сундука. Я здесь ни одного не нашел. Фантастика. А где ключи тогда? Да, один-то у нас находится за стеклом. Еще где-то есть сундук. Ах ты. А, все, он прям здесь, слева от нас. Что? Дверь, может, можно реально разбить? Не предлагают. Сундук здесь, в этом здании. Как тебя обойти? Ну-ка, машина открывается. Вот же. Этот замок нельзя открыть. Да как же так-то? Какой ключ? Микроволновка стоит. Неужто у скелета все-таки что-то было? Да, я не вижу ключа. Все от ключа пляшет. Получается, где-то ключ пропущен. Где же ты лежишь? Прям в очевидном месте ведь, наверное. Есть шкафы. Кстати, некоторые шкафы открывались раньше, я помню. Еще комнатка. Ванная и брошенный шкаф. Ах ты, это не ключ. Видите, путают нас с какими-то смятыми банками. Ах ты, йоу, вот что я забыл. Отодвигается шкаф, оказывается. Тут ноутбук и ключик. Ключ от двери. Супер, все. Теперь мы и этот остров с вами разгадаем. Побежали по компасу. Сначала идем недалеко. За скелета. Не открывается. Все, открывается, класс. Здесь будет первый сундук. Он находится за дверью. Ах ты, на втором этаже. На втором слева, да? Все, нашли. Так, это легкий пароль. Просто в пятнашки поиграть. Жареное мясо, доски. И две штуки электродеталей. Супер. Это прям золотая жила. Ой-ой-ой. Ничего себе там врагов. Так, вы на меня бежите? Смотрите, олень прыгает на кабана. Они дрались, что ли? Они дрались. О, кабан завалил оленя. Прикол, на! Это как же? Чудеса какие-то. Такого я вообще в игре не видел никогда. Они не встречаются же обычно. Все прямо специально произошло для нас. Ключ от сарайки находится у нас под автобусом. Проверим пароль в виде даты. Сумочка, кто-то хотел уехать. И ждал автобуса, видимо. Но произошло землетрясение. Пьем кокос. 30% воды. Открываемся.
27 июня 98-го. Есть, сработало. Я впервые, скорее всего, открываю этот сундук. За все видео. У нас даже есть вода теперь. Все. Мы этот остров полностью разгадали. Теперь направляемся до каяка. Йоу. А, кстати, классно, что в воду упали. Не разбились. Пьем и в каяк. Но электродетали — это прям супер ценная вещь. Ничего себе, мы с вами ездим. Но все-таки развитие в этой игре сейчас на максимальном уровне зависит только от торговца. Так, нам даже уже некуда убрать электродетали. Доски — это в ресурсы. Начинают копиться доски. Все, заряжаем себя водой. Звезды отражаются в воде, так красиво. Даже кажется, что мы сами находимся в космосе, смотрите. Страшная красота. Мы сами кокосы защитили от падения в воду. Грядки без семян не поливаем. Аккумулятор все еще работает. Поехали на следующий остров. У нас сегодня путешествие по островам. Есть тот же самый, ура. Первый попал, есть. Все, он даже не знает, на кого обижаться-то. Видите, жертву не может найти. Он так на оленя нападет. Он за оленем побежал. Зеленый кабан бежит за оленем. Йоу, это какая-то жесть. Но он, конечно, умрет раньше. Все, слег, гад. Реально так и получилось. На. Я вообще супер меткий. Но это за ними нужно очень далеко плавать. Сейчас проверим. Кстати, кабан отмылся от яда. Ах ты, не разбираем. Все, не разбираем. Значит, в следующий раз в воде не атакуем. Но интересно, кабан уже хотел атаковать оленя. И таким образом его утопил. Потому что я оленя застрелил. Сейчас бежим в дом за ключом. Будем отодвигать шкаф. Опять спидран у нас получается. Так, тут ничего нет. Вот и ключик. Дату я уже теперь не забуду. 27 июня 98 года. Теперь к спортивной машине. Заржавевшей. Второй этаж. Головоломка. Просто покрутить немножечко. Две тушенки могли объединить. И два патрона. Так, кстати, давайте тушенку и съедим. Теперь побежим с вами за сумкой спортивной. Видите, он жертву нашел. Да, от него даже можно просто убегать. Смысл соревноваться. Ну-ка. Прыгнешь за мной сюда. А, не может так. Вот тоже лайфхак нашел. Спортивная сумка с ключом. Мы с вами откроем сарайку для обслуживания всей этой станции. июня 98 года. И мясо есть, и доски. Еще и батарейки. Все. Остров пролутан. Возвращаемся к себе. Каяк отсюда виден. Удобно. У меня уже очень мало ядовитых стрел. Надо будет рыбу-фугу ловить. Прям в голову. В предыдущей генерации плота у меня мандаринок было аж две. Сейчас ни одной не поймал еще. Вот и фуга. Ура, молодец. 10 отравленных стрел. Но лучше больше. Есть мандаринка, ура. Красота. Все, посадили. Славик, я тут.
У нас много товаров. Все, сразу берем тогда сырое мясо сравнить. Жареное мясо оленя. Мясо оленя просто. Слава, привет. Динамик граммофона. Забираем, наконец-то. Граммофон сегодня создадим. Давайте от первого лица. Рецепт, новые перила. Берем. Окно из бревен, конечно, берем. Зонтик не нужен. Радио не нужно. Рецепт металлической двери. Дорого берет мясо кабана и мясо акулы. Также шкуру оленя. Все, сравниваем. 1 к 10 берет. А жареное? 1 к 1. Все. Вот как. Хорошо, тогда не жарим вообще никогда. 430. Жареное не отдаем, да, смысла нет. 510. Вот что такое фарм. Ну-ка. Голова. А граммофон? За 1 единицу, опасно. Стрела за 1. А, давайте сольем, нам не нужна. Что ты продаешь? Балаклаву? Так, у нас, скорее всего, еще что-то есть слить ему. Уже копится металл, но он пригодится нам для чего? Для какого-нибудь строительства. Пока Славика не отпускаем. Еще головы были. Интересно было еще, за сколько возьмешь сигнальный пистолет. Скорее всего, за 1 единицу. За 1. Акулья голова. 1 к 20 берет. 1 к 10 кабани головы. Классно. Смотрим, что нам нужно для граммофона. Потому что у нас еще и пластинки есть. 3 клея и пластинка. Старый проигрыватель виниловых пластинок. В зоне комфорта ставим. На столе. Ух ты, йоу. Что? Он на стол ставится обязательно? На стол? У нас, похоже, стола нет такого. Они данные не поясняют. Странно, какой им стол-то нужен? Заряжаем. Не, не получается. Чего-то не хватает. Новые перила. Тряпки, доски. Да, перила нам, конечно, нужны. Как и в одном из предыдущих видео. Пиратский флаг защищаем. Но не до конца. Это у нас как будто бы трамплин в бассейн будет. Все, досок теперь не хватает. Но граммофон не ставится. Похоже, нужен особый стол. Так, кокос это прям супер вещь. Даже грядки-то особо не нужны. Значит, он больше любит сырое мясо. Хорошо, давайте попробуем ему слить всю сырую рыбу. За сколько возьмешь? Вот прям вся рыба, которая есть. Бабочка. Мясо акулы. Мясо оленя. 50 тунцов. Даже 65. И 7 трески. 681. Продаем. Класс. 12 тысяч ракушек. Снова. Поддерживаю уровень. Хорошо, Славика отпускаем. Чем раньше отпустим, тем он раньше приплывет. Окно из бревен у нас есть. Давайте мы с вами это окно заменим на окно из бревен. Сейчас, скорее всего, произойдет что-то страшное. Сносим. Нет, второй этаж не упал. Ура. Будем обновляться. 12 гвоздей и 4 веревки. О, класс. И сюда будем вешать шторы. Еще 3 веревки. Немножечко все обновляем. Давайте теперь шторы повесим с другой стороны. Чтобы они не мешали мне спать. Если был бы сильный ветер. Кресло есть? Ох ты, комод можем построить. Еще 2 клея нужно. Хоть сегодня редко приезжал торговец, все равно что-то получится построить новенькое. Комод. Зона отдыха. Может быть, на комод как раз таки и поставим граммофон.
Комод, может, сюда? Давайте попробуем граммофон создать. Смотрим, что нам сыграет. Есть. Ретро-музыка пошла. Уезжаем от нее. Как далеко слышно? Все отсюда не слышно или закончилась пластинка? Ох ты, йоу. А остановить? Он так-то орет громко. Все, остановили. Ну-ка, если еще раз. Продолжил, молодец. Разворачиваемся. Вот такой кадр может быть. Ну, очень странный, конечно. Супер странные превьюшки у меня на канале. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с вами отлично поездили по островам. Поразвивались, построили что-то новенькое. С вами был Топси. Всем пока.